Коллеги, здравствуйте. Дмитрий Каждан вновь приветствует вас на своем канале. Спасибо, что вы со мной, спасибо, что смотрите мои обзоры. Сегодня пойдет у нас разговор, как выбрать размер брашинга в свою работу. То есть, какой мне нужен брашинг для моей работы, потому что, в частности, вот брашинг G-серии, у них тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 брашингов. Стоят они немеренных денег, и мы не знаем, какой вообще выбрать, какой размер. Их так много, хочу все и сразу. Голова там раскалывается, не знаю, что выбрать. Я вам сейчас расскажу, как я советую выбирать брашинги в работу. Значит, смотрите, у нас имеется 7 брашингов. Как я бы вам посоветовал и в работу выбирать брашинги? Значит, смотрите, вы должны четко понимать, какие у вас клиенты по большей части обслуживаются. Если вы знаете, что у вас очень много длинноволосых, то вы можете купить вот 66-й, 65-й брашинги для длинных волос. Все, вы знаете, что вот конкретно для них вы покупаете эти брашинги. Если же у вас там очень мало там средних волос, и, допустим, коротких, то все остальные брашинки, такие как 55-й, 50-й, 40-й, 45-й, вы можете оставить на потом. То есть вам основная задача сейчас купить брашинг для ваших длинноволосых клиентов. Поэтому вы сразу ориентируетесь на вот этот сегмент, да, то есть это 66-й, 65-й и 60-й. То есть это вот именно тот сегмент брашингов, который подойдет для длинных волос. Ну, в частности, даже не 60-й, да, вот 65-й и 66. Вот они для длинных волос вообще легко. Можно тянуть, можно создавать объем, замечательно. Если вы понимаете, что у вас, допустим, клиентов там 50% таких, 50% таких, к примеру, да, там, к примеру, и в этих 50 есть и длинные, есть и средние, и короткие, то есть вот вы тоже не знаете, что делать. Значит, тоже все просто. Вы берете, к примеру, покупаете через один, то есть вы знаете, что здесь их 7 штук, то вы покупаете, допустим, 35-й, 50-й, 60-й и 66. Все. А потом вы уже постепенно, постепенно докупаете все остальные брашинки, чтобы они у вас были в коллекции. Ну, это мой такой выбор, вот как бы я бы советовал, и как я, собственно, себе выбирал брашинги. То есть и то я могу сказать, вот у меня, например, нету 66-го брашинга, и у меня нету до сих пор 65-го. Почему? Объясню. Потому что я уже всех своих длинноволосых перерезал, и у меня их, ну, практически не осталось. Поэтому, ну, я считаю, что мне пока вот эти два брашинга не нужны. Ну, это пока. Вот. Но в дальнейшем я буквально думаю, что вот в течение там пару месяцев решу эту проблему, и я тоже себе докуплю эти брашинги, чтобы они у меня в коллекции были. Поэтому я оставил их на потом. То есть вот эта вся коллекция у меня уже есть, а эти я оставил на потом. Поэтому также и вы. То есть вы должны четко понимать, какие у вас клиенты, на что делать акцент. Если у вас там много коротких стрижек, то вы должны купить, условно говоря, там 35-й, 40-й, 50-й, ну, можно там 55-й. Вот. Все, смотрите на вот диаметр. И потом уже просто докупайте остальные. Потому что многие вот меня бывает спрашивают, говорят, какие вот лучше купить, чтобы вы посоветовали. Вот я говорю, ну вот мой совет таков. То есть, если вам интересно мое мнение, то я советую вот так покупать себе брашинги и так их выбирать. Для тех, кто не знает, что это за брашинг, я быстренько расскажу. Значит, это брашинг компании Spark Professional. Он служит для создания объемов. Брашинг у нас продувной. Брашинг у нас щетинистый. Щетина у нас дикого кабана. Брашинг у нас полностью деревянный. Чтобы никто не думал, что это какая-то там подделка. Нет, это действительно дерево натуральное. Значит, смотрите еще. В работе, как его использовать, всегда используйте его на сухих волосах, не используйте его на мокрых. Потому что вот были случаи, когда коллеги говорили, вот мы купили брашинку, у нас валяется. Я говорю, так, стоп, говорю, почему валяется?
почему вы его не используете? Он говорит, вот он путается в волосах. Я сразу первый вопрос, на какие волосы тянете? Как создаете объем? Многие тянут на пол какие-то влажные, там влажные волосы, и поэтому путаются. Коллеги, не сушите так. Делайте объем на уже ранее сухих волосах, чтобы они уже у вас были сухие. И тогда у вас объем будет великолепно получаться. Ну, вот, пожалуй, все, что я хотел вам рассказать в своем, ого, уже 5-минутном обзоре. Что-то мы сегодня долго разговорились. Вот, если же у вас будут какие-то вопросы по каким-то другим продуктам компании USPARK Professional, оставляйте комментарии под этим видео, вступайте в нашу группу ВКонтакте, ставьте лайк под этим видео, если вам оно понравилось. Заходите на наш сайт shopcoms.ru, там полностью весь ассортимент наших расчесок. Всем точных стрижек, всем хорошего настроения, всем пока!